Действительно железный человек. Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж. Александр уже где-то на седьмом десятке, живет один в районе сахарного завода, дом номер 18. Несколько месяцев назад, по словам соседей, он сам нарезал, сварил и установил лебедку со шлюзом, чтобы попадать домой через балкон. Помог богатый опыт с прежней работы на производстве. Гений, пенсионер, герой, филантроп.